Ну вот, друзья, съездили за семенами. Докупила я последние семена, цветы. Сегодня буду сеять. Буду вам все показывать. Покажу, что докупила, какие цветы еще, и буду сразу сеять. Ну что, друзья, вот я уже и дома. Докупила я последние семена, которые вам говорила, что не хватает мне немножко семян. Сейчас я вам покажу, что я докупила. Вот такой вот я прикупила флокс Друмонда. Это однолетник, но очень такой красивый. Это смесь у меня здесь пачечка. Там еще тоже пачечка есть, но я еще смесь купила. И очень ароматный, да, поздней осени они цветут. Вот. Купила скабиоза. Вот такой цветочек. Впервые буду его высаживать. Очень даже симпатичный. Тоже смесь купила. Так, купила рудбекию однолетник. Вот видите, какая тоже симпатичная. Так, львиный зев белый докупила я. Вот, вот такой докупила львиный зев. Но он высокорослый. Те у меня низкорослый, этот высокорослый. Так, купила я калеус вот такой вот. Одну пачечку купила, больше мне и не надо. Вот, вот такой красивый калеус. Виолу прикупила смесь. Достаточно будет. Вот такую вот прикупила. Так, мимулюс купила. Я его высаживала. Очень мне он понравился. Такие яркие-яркие маленькие цветочки. Очень красивый мимулюс. Очень. Я довольна. Немезию купила. Тоже он очень нравится. Такой симпатичный цветочек. Вот. И георгин летний купила. Одна ветка, смесь. Вот такой вот. Вот. Так, вот все. Больше я семена покупать не буду. Цветов это все у меня. Я вам еще в прошлом видео показывала, какие я купила. И вот что мне нужно было докупить. И вот эти вот я семена докупила, друзья. Здесь у меня передо мной лежит вот такой вот почвобрикет. Тоже приобрела несколько таких почвобрикетов. Потом приобрела несколько пакетов. Вот такой вот грунт. Еще другой у меня там есть грунт для рассады. Вот это универсальный, а то еще специальный есть такой грунт. Приобрела буду и тот. Я все смешиваю, друзья. Не одним грунтом сажу, а такой, допустим, с тем смешаю, чтобы было лучше. Вот. Приобрела вермикулит. Вот он, нами всем нужен тоже обязательно. Это все идет. И перлит приобрела вот такой вот. Тоже приобрела перлит. Вот, ну и все. Сейчас будем с вами сеять, потому что сегодня уже у нас вторая половина февраля пошла. Все уже, надо уже срочно сеять. Сегодня я посею цветы. Посмотрю, все, не все, насколько времени хватит. А то есть завтра еще буду сеять. Ну а потом дальше пойдут перцы. Ну а о перцах я вам отдельно расскажу, сниму видео. Друзья, ну вот буду сегодня сеять вот такую вот петуньку. Сейчас я вам быстренько покажу. Вот такая. Вот такая красивая. Вот такая. Вот такая. Вот такая. Симпатичная. Вот еще докупила такую и желтенькую. Всего у меня вышло 7 штук. Все, сейчас будем сеять с вами. Ну и потом после петуньки я посею виолу. Мне надо будет. И эту лобелия, и бальзамины. Это вот тоже надо уже обязательно их сеять, друзья. Вот. Лобелию и виолу после петуньки посею. Все, сейчас буду готовить грунт. Так, друзья, я всего по чуть-чуть добавила сюда. У меня есть вот такой инструмент маленький специальный. Сейчас я все быстренько перемешаю, друзья. И еще влажной водичкой смочу. Грунт суховат. Вот. Но я смочу водичкой. Еще.
Вот. Добавила и такую земельку, и рассадный универсальный грунт, и питательный, и вермикулита, и перлита чуть-чуть добавила. Все. Сейчас смочу грунт. Вот попадаются вот такие. Я его не просеивала, друзья. Попадаются вот такие штучки. Вот эти вот волокна. Обычно говорят, некоторые садоводы просеивают. Ну, я не стала заморачиваться. У меня и так они как бы хорошо всходят. Поэтому можно потом выкинуть. Так, ну все, сейчас будем это. Сейчас я принесу тару и будем сеять. Вот такие у меня есть стаканчики, друзья. Это из-под сметаны. Это вот из-под варенца. Вот такие вот дырочки я проделала. Все, сейчас будем с вами сеять. Так, набираю я земельку. Видно, да, вам? Вот так вот, наверное, видать. Набираю земельку. Я ее увлажнила. Вот. Так, сейчас я уплотню ее. Вот так вот уплотню. Можно ручками. Так вот, чтобы семена не проваливались. Комочки эти все убрать. Так. Сейчас покажу, как я сею вам. Еще надо чуть-чуть добавить, что-то маловато, мне кажется, земельки. Вот так будет достаточно. Так. Сейчас все это уплотню. Так. Вот так вот я уплотнила. Теперь я беру и еще раз ее смачиваю. Вот. Что мне подтекает эта бутылочка. Так, ну и вот мы будем вот такую петуньку с вами сеять. Здесь у меня 7 штук. Так, сейчас я руки вытру. Так, открываем, высыпаем. Так, нету, да? Все, пустая. И вот они, малюпуськи такие, вот видите, совсем маленькие. Ну, петунька она вся такая, хотя есть и побольше. И беру я вот так вот ее. Некоторые берут зубочистками, но я беру ее вот так по одному. И по кругу ее семена раскладываю. Вот. Потом еще раз слегка семена сбрызгиваю. Еще раз слегка сбрызгиваю семена. Вот так вот. Так. И присыпаю. Присыпать я буду, наверное, вот этим вот. Он такой пушистый и чистый. Такой, ну, так вот, чуть-чуть. Вот так беру чуть-чуть, слегка присыпаю. Все. Сейчас разровняю. Так вот, ручкой разровняю. Петунька на это. И еще раз увлажняю. Еще раз увлажняю. Все. И потом для быстрого проращивания я еще сверху одеваю пленочку, делаю в ней дырочки. Вот. И каждый день смотрю, чтобы почва была влажная. Если почва влажная, она быстро взойдет, петунька. У меня она всходит быстро, потому что окно там солнечное, плюс еще у нас отопление. Я даже на батарею ложу влажное полотенце, чтобы сильно не пересыхал грунт. И каждый день я его увлажняю, если он сухой. И она быстренько взойдет, друзья. Ну, сейчас в таком порядке всю буду сеять петуньку. Вот. Потом вам результат покажу. Друзья, хочу вам показать петунька. Везде было по 5, по 7 штучек, да? А здесь он, видите, сколько много. Вон сколько много. Это, видно, обычная такая простая петунька. И вот семян насыпали сколько. Мне пришлось вот в такую вот чеплашечку длинную сеять, посею сейчас. Вот.
Вот что у меня получилось, друзья. Вот такие у меня пакетики получились. Вот. И еще я буду досевать. У меня здесь лампа. Вот, видите, фитолампа. Вот, включена. Все. Сейчас я ее выключила, потому что здесь солнышко. На ночь включаю. Так что вот такие вот у меня пакетики, друзья.